Учить родину любить. В республике проходит месячник оборонно-массовые и спортивные работы. Во многих образовательных учреждениях проходят тематические мероприятия. Наша съемочная группа побывала в Красночитайской средней школе и узнала, как проходит учебный день кадет юноармейцев. Секунд. За это время ученик 11 класса Витя Миронов собирает автомат. И это далеко не предел его возможностей. Вместе с одноклассниками он оттачивает навыки рукопашного боя с автоматом и строевой подготовки. И везде стремится быть лучше. В кадетском классе Витя учится уже 5-й год. Вспоминает, как все начиналось. Мы трудились, не покладая руки, домой приходили очень уставшими. А утром вставали, как ни в чем не бывало. Это давало нам сил, то, что мы занимались. Делало нас лучше, совершенствовало. Лучшее в нашем классе – это то, что наш класс очень дружный. Если какая-то проблема в классе возникает, то можно спокойно обращаться к одноклассникам. Мы все решаем сообща. В Красночитайской школе есть и юноармейцы. Третьеклассники стараются ни в чем не уступать старшим собратьям. И шагают строем, и задачки по математике успешно решают. Военно-патриотическое воспитание всегда было в приоритете в этой школе. За десятилетия педагоги выработали свою методику, которая дает хорошие результаты. Дети, которые занимаются в кадетском классе, занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Недавно, как они участвовали в спартакиаде допризывной молодежи в городе Краснодар и были вторыми. Конечно, для нас это очень почетно. В рамках данного месячника военно-патриотического воспитания у нас в школе прошло очень много мероприятий. Смотр строя и песни. Сейчас у нас начнется соревнование по плаванию в честь Дня защитника Отечества. Так что 23 февраля – особенный праздник для этой школы. Здесь воспитывают патриотизм не на словах, а на деле.